Не видели еще? Привет, граф! Какой ты огромный стал! Офигеть, он большой стал! Обалдеть! Тайс, не прыгай, Тайс! Ой, привет! Вот это лошадина! Сколько он весит? Их! На 13 кило, на 15 больше, чем Тайс. Тайс, иди побегай, здрав. Тайс, не прыгай. Иди побегай. Иди побегай, Тайс. Смотри, джинке понравился. Ухажер. А чего его с поводка не спускаете? Не хочет подходить? Не хочет потом. Но он, я говорил, вот момент вот этот начинает. Он подходит, но с агрессией. С агрессией? Да. Он меня начинает как бы. А играть, наверное, хочет. Ну не то, что играть. Вот мы приходим только на площадку, казалось бы, вот бегай. Ну. И он проходит там секунд 20 и все. Ему ничего не надо, он подходит и начинает вот лаять. И типа как агрессировать. А. Так он, наверное, играть зовет, мне кажется. Он какой он игривый. Ему палочки его покидать там. Да нет, у нас он игрушки, у нас постоянно это, с игрушками. Граф, ты мне сейчас вытянешь. Ну да, лошадка-то вымахала. Да, то есть, ты хочешь игрушку, да? Я могу дать тебе тайс. Скажи, у нас дома такой же есть. Да? А, Тася. Ну, возле этой площадки. Графчик! У него такая грудь глубокая. А? Грудь глубокая такая у него. Прям вот вниз. Вот, Джинка, это твой первый доберман. Она вот и 7 месяцев сегодня. Какой? Джина, ну-ка не рой. Это наш прерогатив. Тоже любитель? Мячик дали поиграться. Голос? Голос? Ну, голос. Голос. А к кинологу еще ходите? Граф. Не сложилось с этой пандемией. Она болела, потом у нее на передержку ногу привезли. Мы так потихоньку сами занимаемся. А, кинолог заболел. А вот здесь у нас же на площадке тоже проводят всякие. Ну там у них это, охрана стажевая. Нет, там по субботам есть как раз. Воскресенье, вот только 9. Это по с воскресеньем, а да. По субботам есть общий курс дрессировки. Ага. Там прям я смотрю, всегда там по 10, по 15 собак на площадке занимаются. Не, он так молодец, послушай, но вот я говорю, есть у него вот этот пунктик какой-то, не знаю, переживем. Он да я думаю, ему просто играться хочет, он же он такой активный. Может быть, он долго сидит дома, конечно, да, сейчас он... мы вот сейчас по 3 раза ходим гулять. Ему эту дурь куда-то надо просто выплеснуть, поэтому он это, не хочет домой побегать, блин, поиграться с кем-то. Прям вот именно даже умственно, да, позаниматься ему, вот, не столько может физически, а сколько вот понапрягать его, вот, чтобы он выполнял какие-то задания. Это же такая рабочая собака, работать надо. А так, конечно, просто прогулок мало будет. А это сколько рулетка поводок? 8. А, 8. В речку залез. Сюда? Да, вот там. А, там. Ага.
дочка гуляла, видео принесла. Купался, да? Ну, во всяком случае, сам зашел по колено. Что-то у него ушки никак не хотят вставать. А это нет, нормально, у него стоят уши. А сколько ему сейчас? Ну, сейчас от 1 июня будет 2 года. Ну, больше мы и не ставили специально, потому что когда надо стоять, они у него стоят. А когда надо? Ну, когда он... Не, обычно, когда он чуть напрягается, у них... Ну, вот он и напряг... Вот сейчас, если он напряжется... Графонь, ладно. Графонь. Да, да. Красавец. Сразу красавец. А это просто вот это у него вот эта европейская резка, длинная, уши оставляет. А американцы вот в шестом гуляют, в седьмом. Да, ну, маленькая, такая, поменьше сучка. Правда, вот доберманы, они намного здоровее, чем боксеры. Джина! Ко мне! Ко мне! Ко мне, Джина! Джина, ко мне! Ах ты, зараза! Джина! Это у вас девочка? Не, она щенок, главное, что ваш не съел. А, тогда ладно. Джина, ну-ка ко мне. Ты почему папку не слушаешь? Ко мне. Ко мне. Сидеть, Джина. Сидеть. Джина. Таська, а где мячик? Давай сюда мячик. А сколько ей вашей? 7 лет. А, взрослая. Это овчарка, да? Овчарка. Эй, вы что, страшно не поиграть? Граб, иди он за мячиком побег. А, хочет, да, вот, поиграться ему хочется. Здоровяк такой. Нельзя. Нельзя, я сказал. Что такое? Кстати, есть такие игрушки, эти пуфики специальные, вот прям даешь ему вот, в зубы, молодец. И чтобы он это... Да нет, у меня же есть, я просто сейчас они начнут заигрывать. Такие зубы здоровые, охуеть. Это он крупный же считается или нормальный? Он вообще как бы переросток. А, потому что другие, наверное, еще здоровее может. Тайса, ну-ка нельзя, где твоя игрушка, Тайс? Где мячик? Ищи мячик. Где мячик? Ищи. Тась, тебе мячик дали, ты что, посеял его? А маленькая унесла. А, маленькая. Вот. А, ну да. Все хотят. Офигеть, у него зубище. Тайса, ну вот тебе дали игрушку, играйся с той игрушкой. Тайс, где мячик? Бери. Джина, о, молодец, Тась, давай сюда, давай, дай, зайка, ай, молодец, лежать, сидеть, зайка, Голос. Голос. И поймал. О, Джинка стырила игрушку. Джина, стоять. Здрасте. Что она такая грязная, где лазила?
Граф, давай догоняй Джинку с игрушкой. А то убежит сейчас от тебя. Видишь, как играет? Да, сама с собой. Туда-сюда. Ну, и быстрее. Джина, ко мне. Дай. Дай мне. Дай. 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 О, хорош такой мячик. Эй! Самый удобный. Оп! Да, его так удобно бросать. А он его разгрызет, если дать, да? Кто? Вот этот. Не, а он же он не полый. Он, поэтому он впивается в него, даже иногда снимает с клыков. Но он его просто дыряет. Не, а если ему дать на весь день, он его разгрызет, да? Нет, нет, нет. Он у нас хороший, прочный, да? Да. И он-то сам полюбил, поэтому. Графчик. Я из такого же материала взял и публик, но хорошо. А вот это он просто любит тянуть, и поэтому как бы там за узел держишь. Ему с кем-нибудь поперетягивать бы игруху. Графу. Графу. Мыши. Ой, он мышей любит, живет как это. А как он их находит? Находит, вырывает и съедает. Я уже знаю вот эти поля, куда вот это на другую сторону, потому что сейчас погода такая. Вокруг площадок строительных. Тоже находится, поиграет с ним. Даже играет с ним? Да, не пищат. А если он это заразится, они же, наверное, может, переносчики всякие. Да. Пишут. Собаки, пойдем дальше.